Hi everyone, и у меня к вам вопрос. Вы пробовали маринованные голубцы? Я вам сейчас покажу, как это можно легко сделать. Вот такие вот замечательные голубцы, которые были замаринованы в банке. Отличная закуска. Прелесть. Я думаю, никого не нужно учить готовить голубцы. Капусту мы чуть-чуть отмываем, отрезаем лишние грязные листья и моем лишь для того, чтобы увлажнить. Отправляем в пакет. И вот в таком виде отправляем в микроволновку на 5 минут. Ни для кого же не секрет, что голубцы – это начинка, мясная начинка, мясной фарш, завернутый в капустный лист. Что нам нужно? Нам нужно приготовить начинку, пока готовится наша капуста. Добавляем лук к фаршу. В фарш добавляем соль, перец, все исходя из собственных вкусовых предпочтений. И вот так вот хорошенько руками вымешиваю начинку для будущих голубцов. Еще раз, это рис, это мясной фарш, это измельченный лук, соль и перец, больше ничего. Прошло 5 минут. Аккуратно, стараясь не ошпариться, потому что она очень горячая. Вот такие вот замечательные получаются отваренные листочки. Я всегда в этот момент вспоминаю свое детство, и как мама делала голубцы. Это было такое мучение. Нужно было эту капусту отваривать в воде, аккуратно снимать в этой же воде листья. Снова помещать оторванные листья в воду, для того, чтобы они стали мягче. Быстро, эффективно, красиво. Если у вас капуста достаточно большая, она за 5 минут не разделается. Поэтому, в смысле, она не приготовится за 5 минут. Вы снимаете верхние листья, которые проварились, и ставите в этот же пакет микроволновку еще на 5 минут, и у вас оставшие листья также подойдут. За это время вы успеете приготовить несколько голубцов. То есть берем лист, срезаем вот эту вот часть корнеплода, берем начинку, и заворачиваем аккуратненько наш будущий вкуснейший голубец. И вот так вот постепенно разворачивая капусту, вы добираетесь до внутренних, самых тонких и самых маленьких листиков. Ну вот что с ними делать? По идее, можно их как сделать маленькими голубцами, как типа по принципу долмы. Но серьезно, никто этим не занимается, потому что это так муторно.
Поэтому я предлагаю вот такие вот листики. Они достаточно неровные, они кривые. Их тоже завернуть с начинкой, но при этом сделать из них шикарную закуску, которую вы видели в начале этого ролика. Что нам нужно? Вот так заворачиваем такой вот маленький голубец, голубчик, и отвариваем его. А пока он отваривается, готовим маринад. Маринад. На пол-литра воды, столовую ложку соли с горкой, два лавровых листика, гвоздички, перец горошком. Довести до кипения, чтобы соль растворилась. Голубцы сварены. Берем стерилизованную баночку, аккуратно складываем. Начиная с более крупных и постепенно переходя к более мелким. Плотно складывать не надо. Аккуратно. И вот так вот. Туда две дольки чеснока. Если кто любит поострее, перчик чили. И заливаем маринад. Закупориваем опять-таки стерилизованной крышкой. Плотно закрываем. Переворачиваем. Проверяем, нигде не льется. Оставляем на сутки остыть под чем-нибудь плотным. Ну, кто маринует, те знают, как это делается. Потом убираем в холодильник, через 2 дня можно есть. Может храниться хоть год. В любой момент вы достаете вот такие замечательные маринованные голубцы и используете как холодную закуску. Поверьте, ваши гости очень удивятся и очень обрадуются такому блюду. Приятного аппетита! Пока-пока!